Всем привет, на связи Артур, и я продолжаю вести рубрику «Как заработать деньги с помощью телефона». И что самое главное, данный заработок без вложений и, как говорится, без приглашений, то есть то, что нам нужно. И в этом видео хочу вас познакомить с достаточно новым приложением, которое называется Banners App, и заработок здесь очень простой. Суть его заключается в том, что при разблокировке экрана нам будет показываться рекламка. Мы же ее пропускаем, грубо говоря, нажимаем «Закрыть», и за это нам будет начисляться денежка. Как это смотрится? Вот я сделал скриншот. Значит, вот здесь у нас будет рекламное предложение, там туры в Дубай, например. И внизу две кнопочки «Закрыть», либо же вас, если там проект заинтересовал, нажимаете «Перейти на сайт». Все, там. Я, как правило, нажимаю «Закрыть», потому что мне это неинтересно. За вот эти действия вам будут начисляться деньги. Ваш баланс будет обновляться раз в неделю. Насколько мне стало известно, с воскресенья на понедельник будет обновление счета. То есть это не каждый час, не каждую там минуту у вас будет обновляться баланс. А вот раз в неделю вы будете видеть, сколько вы заработали. Как говорят мои знакомые, которые пригласили меня в данное приложение, здесь можно зарабатывать до $5 в неделю и до $20 в месяц. Как будет на самом деле, хочу сам проверить, но уже делюсь с вами этой информацией, потому что я уже видел кучу обзоров, что данное приложение платит, без проблем можно обналичивать денежку. Если вас это заинтересовало, давайте сейчас по порядочку, по инструкции расскажу, куда что нажимать, чтобы заработать. Итак, все ссылки будут в описании под видео. Вы переходите, попадаете на вот такую вот страницу, Banners App. Здесь вам пишется вот это мой код, Артур Ноус. Вы нажимаете на кнопочку «Скопировать» и далее внизу нажимаем на Google Play. Идет переадресация, здесь нам нужно будет установить приложение, то есть скачать, и потом нажимаем на кнопочку «Открыть». Дальше вам предложат пройти регистрацию, то есть как обычно, стандартно форму заполняем, там email, подтвердить email нужно будет, указать кто вы, там какой у вас пол, ваш возраст, интересы, где вы работаете, какая зарплата. Я указал интересов, там достаточно много. Все заполнил, чтобы показывалось больше рекламы. И потом у вас показывается вот такая вот менюшка. Здесь вот очень большая кнопка «Включить» либо же «Выключить». Как только нажимаем «Включить», вверху, вот свапаем вверх, пишется «Для вас появился новый баннер». Это что означает? Как только я сейчас заблокирую экран и разблокирую, мне будет показана рекламка. Вот за такие действия мы будем получать деньги. Я уже пару дней тестировал данное приложение. А вот листаем вверху, допустим, вчера было 27 объявлений из 150, то есть каждые сутки максимально можно получить 150. И вот если у нас 7 дней подряд будет 150 показов, то по идее мы будем зарабатывать $5 без вложений в неделю. Я же телефоном не пользовался как-то часто, не приходилось мне клацать на нем. И вот 23-27 объявлений я, буквально за часа 2 получил. Вот, как только будет 150, я так понимаю, это будет максимальный заработок. Помимо всего этого, здесь у нас имеется реферальная программа. Нажимаем вот здесь вот вверху, на вот эти три штучки. И здесь у нас есть кнопочка «Пригласить друзей». Нажимаем «Отправить ссылку», и там выбираем социальные сети, если у вас там есть группа ВКонтакте, Телеграм, либо же можете просто в личку человеку скинуть. Вот там «Друг Вася, смотри». Есть такое приложение, заработок без приглашений, без вложений, без приглашений, тебе ничего не нужно делать, будет показываться рекламка, ты ее закрываешь и получаешь за это деньги. То есть элементарно просто, можно набрать, я считаю, достаточно большую структуру. Здесь 5-уровневая реферальная программа, 8%, 4%, 1% и 1% соответственно. Я считаю, это очень хорошо. По поводу данного приложения, значит, оно стоит за компанией FutureNet, в которой есть матричные проекты, рекламные, криптовалютные, там оборот людей, грубо говоря, количество участвующих в этих проектах, по-моему, 4 миллиона человек. Вот такую информацию я смотрел обзоры и услышал. То есть, достаточно популярное приложение. Пробуйте, пытайтесь заработать, и я думаю, у вас получится, так как здесь все элементарно просто. Кстати, еще заметил такую фишку, утром, когда вы просыпаетесь, желательно заходить в это приложение, грубо говоря, чтобы его активировать. И на протяжении дня я смотрел, допустим, у меня выскочило 10 рекламок, а дальше ничего не показывается.
Зашел через час в приложение, и вверху сразу появляется кнопочка, что для вас появился новый баннер. То есть периодически лучше заходить, чтобы показывалось объявление. То есть вы таким образом показываете, что вы активный пользователь, и вам будет откручиваться реклама. Теперь по поводу вывода денег. Внизу нажимаем «Вывести средства», и здесь у нас отображается баланс 0.0 FDN. Что такое FDN? Это эквивалент 1 доллару. 1 FDN – это 1 доллар. Дальше. Ниже здесь у нас имеется FTO. Вот эти FDN будут конвертироваться в FTO. FTO – это внутренняя криптовалюта данного приложения. В этом нет ничего страшного, не нужно бояться, там какие-то незнакомые слова, возможно, для вас вы услышите. Ничего страшного. В следующих видео, когда у меня накапает минимальная сумма на вывод, это 20 FDN, 20 долларов, я вам покажу вывод, куда я вывожу, как обмениваю на реальные денежки, то есть переживать по поводу этого не стоит. Просто вы подпишитесь на мой канал. Есть также у меня телеграм-канал, здесь я в первую очередь вообще размещаю информацию о всех способах заработка, которые я тестирую, где зарабатываю, что нажимаю, вот, кстати, об этом приложении сделал пост в первую очередь. Так что подпишитесь на мои ресурсы, следите за моей деятельностью, и вы узнаете в том числе, как и выводить денежки с данного приложения. Можно на биржу Yobit, можно там выводить с помощью обменника, сразу вы там выбираете там, на криптовалюту, либо же на рубли, куда вам угодно, можете обменять заработанные средства. То есть с этим здесь проблем нет. Внизу каждую неделю, как будет обновляться ваша статистика, вы сможете просмотреть историю. То есть так и так, ага, за эту неделю я заработал там 5 монеток. По поводу реферальных, ага, заработана 1 монетка с рефералов. Будет отображаться статистика. В принципе, на этом все. Основные моменты я рассказал. Есть такая штука, как интенсивность показов. У меня здесь выбрано всегда, чтобы когда я разблокировал, всегда показывалась рекламка. Также можно выбрать там 2 раза из 10 блокировок. Ну, это на ваше усмотрение. По поводу структуры отображается здесь 5 уровней вашей рефералки. Показывается значок, каким цветом, какой уровень. Я думаю, это все понятно. Ну что ж, друзья, данное видео подошло к концу. Надеюсь, был полезен. Если да, поставьте палец вверх данному видео, подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик. И чем больше нас будет, тем больше мы узнаем о заработке без вложений, о новых сайтах, о новых вариантах заработка. Так что чем больше нас, тем больше мы будем зарабатывать. На этом все. До скорых встреч, друзья. Пока.